Всем привет! Вы на моем канале, а я как всегда в гараже. И тема сегодняшнего выпуска – челлендж. Заклей свой автомобиль за 2 дня винилом. Да, многие писали, говорят, Диман, это нереально. Я думаю, может быть, тоже где-то это нереально, но мы все равно это попробуем. Предыстория этого всего – то, что мы захотели сделать голдовую Ниву, Шевролет. Закупили вот такую пленку самую дешманскую и хотели ее заклеить. Но у нас все поменялось, карты пошли по-другому. И сейчас займемся совсем другим автомобилем. Просто объявить, а дальше как хотите. Сектор приз на барабане. Но перед просмотром этого видео хочу сказать вам всем. В этом видосе будет разыгрываться вот такой рюкзак, и каждый может его выиграть. Условия конкурса такие. У нас есть вот такая разобранная машинка, в принципе, как и на данный момент наша Нива. И она будет мелькать в видосе несколько раз. Ну, там 2, 3, 5, 10, не знаю сколько. Ребят, кто самый внимательный, пишите в комментариях, сколько раз она промелькнула. И самый первый получит этот рюкзак. Так что, ребят, всем удачи. Погнали смотреть. Начали мы все, конечно же, с разбора и столкнулись на небольшие нюансы. Вот такой вот идет усилитель бампера, он крепится на болтах, болты заржавели и прокручиваются. Ну что, вам драгоценное время не терять, у нас есть вот такие колеса, которые должны быть в пластидипе. И сейчас начнем с покраса. Все как обычно, скотчик, но многие вставляют карты, обычно игральные, но у нас их нету. Мы по стариночке сейчас скотчем обклеим. Ну а красим будем вот таким пластидипом. Вот так он выглядит. Заодно и протестим. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думаю, намного лучше это все будет. Для тех, кто мне писал, зачем керкер в гараже, если самомойка стоит 50 рублей, можно помыть машину. Ребят, вот именно для вот таких вот моментов. Ну, конечно же, на тачке есть свои сколы, уже года берут свое. По бамперу тут много, в принципе, что нужно доделывать. А самое главное, то, что и передние, и задние нужно паять. Вот так вот. Потому что весело. Наконец-то настал тот день X оклейки автомобиля. За вчерашний день что мы сделали? Зашпаклевали, загрунтовали, запаяли бампера, покрасили колеса. Покрасили, это, наверное, неправильное выражение, задули жидкой резиной. Вот так вот они выглядят, но когда будет полная картинка, будет намного интересней. Еще молдинги, ручки и
соответственно, антенна. Это все будет уже разбираться при оклейке. Будем постепенно снимать, поклеил и поставил. Потому что запчастей, оказывается, автомобиля много, и складывать их тоже некуда. Уже полвидео прошло, а я вам даже про пленку ничего и не говорил. Что за пленка и как она выглядит. Пойдемте покажу. Ну и теперь по пленке. Пленка фирмы Scorpio. База автомобиля будет поклеена черно-матовой. Весь хром-пакет мы затянем серебро. Ну и, конечно, будем накидывать рисунок цвет дисков. Тест первый. Все профессионально, все в воздухе. Не версия. Евреев. Евреев. Цвет настроения синий. Внутри морщини, а в руках бикини. Под песню синий. Она так чувствует себя богиней. Да, ребят, все ливреи мы уже нарезали, подготовили и поклеили бампера. Ну а сейчас будет самое интересное. Что делать, если болт закладной у вас сломался? Выглядит он вот так тут, здесь закладная. Первым делом нагреваем шишку, чтобы он сам вылез. Когда вы ее достали, конечно же, берем новую закладную. Рядом всю грязь отмываем и обезжириваем. Пластик нагреваем таким вот способом, чтобы новая закладная туда залезла. Смотрим, как она встает. Соответственно, наклон. Наклон можно, в принципе, сходить к машине примерить. То, что я сейчас делаю, пойду померю, отмерю. Если все хорошо, то запаиваю. Крепление будет слабо, поэтому мы берем наждачную бумагу, кусок старого пластика, соответственно, его очищаем. И очищаем от краски и сюда впаиваем вот так вот наклёст. Вот так у меня получилось. Осталось только примерить на машину подходимость. Так. Все, идеально. Оклейка идет полным ходом, затянули капот, крыло. Сейчас переходим на второе, и бампера у нас уже готовы. Вопрос по оклейке, как правильно наклеить пленку, можете задавать, либо мы запишем еще отдельное видео. Именно как правильно нанести, приклеить ее, как правильно отрезать, замерить и с какой температурой фена жарить. Конечно, ребят, не забываем про подготовку автомобиля к оклейке. Подготовка должна примерно быть как и под покрас. Чтобы никакого мусора тоже не было, все зачищаем, оттираем всякие битумные пятна, вдруг они есть у вас, все оттирается. Если где надо, как вы видели, мы же поклевали, грунтовали и тому подобное. Так что, ребят, продолжаем. Крепится ключ, переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усоп. Он разложился на плесень и на липовый мед. А перестройка все идет и идет по плану. А все грязь превратилась в голый лед. И все идет по плану. Все идет по плану.
сил больше нету. Сейчас выглядит это примерно так. Время почти 6 уже. Выгнали тачку. Что мы сделали? На третий день. Уже третий день у нас пошел. Передочек. Одна дверь. Соответственно, спереди и сзади два крыла. Ребят, извиняйте, может, заплетыкаюсь. Честно, очень устали. Вот это все у нас как раз еще займет, наверное, денечек. И заниматься мы будем послезавтра, потому что завтра надо всем на работу. Такие дела. Сейчас бегу в гараж. Петька позвонил, то, что попал в ДТП. Что там произошло, а доделывать надо. Сейчас мы все посмотрим и увидим. Ну и что тут у нас произошло? Да особо ничего страшного. Чуть-чуть подмяли бампер. Здесь есть коцки. Конечно, мы сегодня его снимем, посмотрим, как мы запаяли его до этого. Ничего не рухнуло. Но единственное то, что обратил внимание, маленько зазоры стали разные. В общем, ребят, собираем все в обратный зад. Не будем ничего колхозить. Усилитель купим новый. Такой бомбический форд у нас получился при использовании жидкой резины и автомобильного винила. Ну, как вы догадались, следующий видос у нас будет про Chevy Niva. Девушка мечты, в этот вечер не со мной осталась ты. Я тебя нарисовал, я тебя нарисовал, только так и не познал твоей любви. Вот такой рюкзак вас ждет. Надеюсь, вы насчитали правильное количество. А еще спонсоры этого подарка делают вам всем 30% скидку при заказе их на Wildberries. Ссылки в описании. Ну а теперь точно пока. Всем удачи! Рюкзак вас ждет. Надеюсь, вы насчитали правильное количество.